Здравствуйте, я Мария, эксперт М-Видео. Познакомлю вас с газовой плитой от компании «Горение». В этой модели производитель сделал ставку на простоту, качество и комфорт. И не прогадал. Дизайн довольно обычный, зато какие здесь современные технические решения. Но давайте обо всем по порядку. Начнем с внешнего вида. Корпус из настоящей нержавейки, строгие лаконичные линии, завораживающий блеск. Такая плита сочетается с любым стилем кухни и всегда будет к месту. Но красота не единственное достоинство этой модели. Ее поверхность из настоящей нержавеющей стали, не боится механических повреждений, сколов, ну или царапин. И в уходе она, кстати, гораздо неприхотливее своих эмалированных коллег. А благодаря небольшим габаритам ширина плиты всего 50 сантиметров. Установить ее можно даже на небольшой кухоньке. Серьезная перепланировка или перестановка мебели не потребуется. Обратите внимание, все конфорки снабжены автоматическим поджигом. Никаких спичек, зажигалок и лишних движений. Достаточно просто повернуть ручку включения газа и готово. Очень удобно. Одной рукой ставишь на плиту сковородку, а другой уже добыл огонь. Позаботились инженеры горения и о безопасности. Система «Газ-контроль» автоматически прекратит подачу газа, если пламя вдруг потухнет. Посмотрим, что с духовкой. Она, в отличие от варочной панели, электрическая. Ее объем 59 литров, весьма солидный, учитывая габариты. Максимальная температура тут 275 градусов. Этого вполне достаточно для приготовления большинства блюд. А добиться отличного результата с любым рецептом помогут 10 режимов работы. Гриль для курочки с хрустящей корочкой, верхний нагрев для замечательных запеченных овощей и классический нагрев для изысканного десерта. Для любителей домашней выпечки есть незаменимый режим конвекции. Благодаря вентилятору, расположенному на задней стенке шкафа, раскаленный воздух распределяется равномерно по всему объему духовки, а значит риск, что пироги вдруг подгорят или наоборот плохо прожарятся, исключен почти полностью. Обратите внимание на еще одну примечательную деталь. Лопасти пропеллера охватывает дополнительный нагревательный элемент в виде кольца. Во время их одновременной работы в духовом шкафу создается жар, напоминающий нагрев каменной печи. Идеальные условия для любой сдобы. Особенно хорошо получается пицца, качественно приготовленная, с расплавленным, но не горелым сыром. Благодаря электронному программатору настроить здесь можно не только режимы приготовления, но и время включения и выключения, причем целыми тремя способами. Первый вариант позволяет установить продолжительность приготовления блюда, то есть как долго духовка будет работать. Например, поставили в нее противень с мясом, запекаться которому нужно минут 40, и можете спокойно заниматься своими делами. По истечении указанного интервала шкаф выключится автоматически. Второй способ дает возможность запрограммировать окончание приготовления. Захотели вы, чтобы духовка отключилась, например, ровно в 11:37, и будьте уверены, минуту в минуту она так и сделает. Ну и, наконец, третий вариант – настройка отложенного старта. Особенно оценят эту функцию те, кто любит поспать подольше, но при этом завтрак иметь с пылу с жару. Просто поставьте перед сном в духовку ингредиенты будущей запеканки или каши, а таймер, например, на время вашего подъема. Шкаф автоматически включится, как раз чтобы к указанному часу закончить приготовление. Когда блюдо будет готово к подаче на стол, духовка сообщит вам об этом звуковым сигналом. Кстати, он может и будильником послужить заодно. А чтобы ужин был не хуже завтрака, уходя на работу, не забудьте загрузить в печь жаркое в горшочках или тушеные овощи, а таймер установить на время ожидаемого возвращения домой. Ох уж этот век высоких технологий, в который пока, к сожалению, существует уборка. Обычно отмыть духовой шкаф сложно, но только не в нашем случае. Функция самоочистки паром позволит удалить с внутренних стенок духовки даже застарелый жир. Налейте в противень пол-литра обычной воды и оставьте на полчаса при температуре 70 градусов, используя программу AquaClean. Затем загрязнение можно просто будет стереть влажной тряпкой и без применения химии. И еще одно приятное дополнение – выдвижной встроенный ящик. Отличная зона хранения на небольшой кухне. Сковородки всегда под рукой и не занимают места.
На этом я с вами прощаюсь и вместе с M-Video желаю вам удачных покупок. M-Video. Нам не все равно.